Так, ребят, сейчас 2 минуты попробуем. Вот загрузили только можно аппарат. Я, можно я? Ну давай, ладно, сейчас Лада попробует. Есть. Так, теперь пробуем лягуху, да? Да. Как всегда у нас. Подожди, доченька. Давай. Давай, я попробую, Зя. Я попробую. Ладно. Все, нельзя. Я хочу вот эту хрюшку. Смотри, там черти какой-то. Нет, сейчас. Давай это нормальный. Не надо, хрюшка маленькая, Владюша. Ну ты даже не настраиваешь. Влад, ты что, я не пойму, там папа ждет нас. Да, у нас папа ждет, надо быстренько. Мы просто увидели, что только закрутили автомат. Ну да. Ого! Как я не хотела. Ну все, давай теперь я попробую лягуху. И твой спику? Мама, вот у нас будет мама не выходили, сегодня поснимаем, сегодня обязательно надо. Сегодня ролик... поедем в магазин снимать. Ролик выпускать, чего? Потому что. Что с автоматом? Что-то я не знаю, что с автоматом, но, по-моему, уже 5 попыток кончилось, и я заплатила 5 рублей. Он сломался. А он все работает и работает, работает и работает. Он сломался. Это что такое? Он сломался. Все, 5 попыток закончилось. Ну он давайте, ребят, еще раз сыграем. Он сломался. А если попробовать вот этого вот большого зайца, как да вы нет. думаете? Ну давай попробуем просто на удачу. Ой. Надо синенькую убрать и попробовать этого зайца. Давай чертенка попробуем. Кого? Да вот чертенок здесь есть какой-то. Во. Сейчас, подожди, зайка. 4. Нет, чертенок что-то... Подожди, подожди, подожди. Давай чертенка... А, ну, видишь. Давай чертенка пробуем. Нет, сейчас еще раз. Давай этого голубого зайца, потом вот этот самый. Ну, давай голубого зайца. Да? Да. Да. Ты думаешь, его что, легко взять? Откопать оттуда. Все, голубого зайца. Ну давай еще 50 рублей. Мы хотим попробовать эту огромную игрушку. Ну навряд ли, наверное, да, ребят? Мы ее выиграем. Ну успешно же, почему там. Вот все, пошло, деньги снялись. Ну давай. Вообще попробуем, берет она, нет, ребят, сейчас. О, господи, Влада, все, она туда. Влад, это самое, как будто тебе прям так важно. Ну, мы сегодня еще поедем куда-нибудь съездим, ребят. Чтобы вам надо снять. А то вы нас обижаете, а я не хочу. А то вы нас обижаете. Ребят, вот это обидное, обидное, да? Мы нас обижаете. Мы стараемся. Да, стараемся для вас. Ну все, ребят, я так думаю, ой, что... Ну что, я думаю, что оно туда задевалось, а уже ничего мы не выиграем, да, дочь? Уже все. Ее там не возьмешь, Владюш, потому что... Ой, мама косипор, мама косипор. Все, 1 попытка, дочь. Ну, в принципе, все, да? Уже да, хорошо? Это акула и все. Да ну нафиг. Доставай игрушки на подоконник, ставим, сейчас ребятам покажем, что мы выиграли. Кстати, я хочу передать привет. Если я не ошибаюсь, Рапти 607. Тебе привет. Спасибо. Ну все, вот оно. Мама, не покажи. Хорошо. Давайте, пока она там достает игрушки, еще попробуем. Не могу. Сейчас попробуем вот этого такого. Значит, удача на нас повернулась. Удача на нас повернулась, да. Ну, акула, наверное, тяжеловато будет. Да, что еще можно, что еще? Вот еще какая-то лягуха. Ну, я там не вижу, правда, как ее убрать. Ну, ладно. Так, лягуха есть. Федорович. Попробуем просто, раз сегодня такая удача. Нет, гуся обнимает. Сколько у нас попыток? Все, ребят. Все. Она не берется, доченька. Она бери это самое. Нет, зайка. Ну, это все.
Все, говори всем пока. А, пока. Вот это да, ребят, смотрите. Просто я не знаю, не считала, за сколько мы выиграли. Смотрите, вот такой вот мишка, лягушка, такая, такой киска. Котик. Такой поросенок, кстати, мы его давно хотели. Да. Гарфилд. Мы такого пошел хотели. Вот такая лягушка и зайка. Вот это мы сейчас. Отойдем, Лада. Вот эти. Можно мне это снимать? Вот это вот мы сейчас все сняли. И Влада. Говори пока-пока. Пока. Так, ребята. Привет. Приехали, а я мы на другой аппарат. Влада, здесь вот так вот собака. Ну это, наверное, замануха. Как вот ее, видите? Нет, Влад, отойди. Клешня не что работает. Здесь уже растаскали, что ли, игрушки? Как вот ее собаку вот надо? Не, Владка, видишь ее? Её... Или надо желтую взять? Уже я. Подожди, подожди. Ты так думаешь? Ну давай, пробуй. О, молодец, доченька такая. Я же говорила тебе. Ты хочешь эту собаку, да, я поняла? Это что такая вот собака, а? Есть. Так, сколько у нас попыток? Ноль. Ну, здесь много играть не хочу. Смотрю, здесь уже все подрастаскали. Она тяжелая, мам. Покажи. Тяжелая. Давай нашим подписчикам. О, нет. Ничего себе, она тяжелая. Ребят, ну какая-то собака. Мне кажется, она то ли завязана, то ли что. Здесь еще... Сейчас я посмотрю, Влад. Так, этого зеленого попробую. Нет. Наверное, все на сегодня. Типа хватит. Наверное, все, он нам больше не даст приехать. Ну, нам там повезло, да, сильно. Ладно, ничего. Давай попробуй этих раз. Ну давай, попробуй черепашку, если хочешь, она легкая. Ну, ты хоть настраивай. Пожалуйста, ну, женщина. Я вот так хочу. Играет Влада. Сжимай. Ну, у нас такая черепашка была. Все, у тебя одна попытка. Пробуй либо черепашку, либо это. Нет, ты настраивай. Хорошо, зайчик мой. Ну, ты, и что там у тебя? Давай. Угу. Настроила, да? Да, я попробую еще. И все, пойдем. Отойди. Иди попробуй, может, она развязывается. Что-то собака какая-то, если честно, которую мы выкатали. Какая-то вообще странная. Она, во-первых, очень-очень тяжелая. Что ты взяла? Что ты взяла, что она развязывается? Ну, я не знаю, зайка. Нет, это так. Я здесь уже просто так. Не знаю, что здесь тянуть. Вот собака тупо была. Там вот мы застали, прям пока Влада кушала, и загрузка была. А здесь, а видать, она рано утром за это самое... Ну, нет, черепаха, это такая противная вот черепаха. Тут такой же заяц. Ну, я все равно хочу попробовать эту черепаху. Мы трудности не боимся, да, дочь? Ой, черепаха. Спасибо. Спасибо, да, черепаха. Такая противная черепаха. Да. Ну ладно, ребят. Ну все, Влада. Все, пока. Давай посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что это за игрушка. Сейчас. Смотрите, какая ребят, собака. Короче, я так и подумала, что эта собака не просто так должна быть. Помучилась здесь, оказывается, она была завернута. Это какая-то собака вот такая вот. Сосиска. Собака-сосиска. В общем, вот так вот. Как мужчина сосиска. Короче, пока мы ждем папу, мы решили... Ну все, мы уже ребятам показали, Влад, они уже видели. Решу еще поиграть. Да, пока мазь идет, да, дочь? Угу. Вот. Все, он ломается. Он ломается. Ну нет, он не ломается, мы хотим... Ну что, сломалось реально. А было прикольно. Если будет две, да? Да. Я хочу выиграть это, который мальчик здесь ходить, походил, подарить ему маленькому. Он уже ушел. А, они уже ушли, да?
Ну ладно. Ушел? Ну ладно. Вообще собака, я думаю, она не может быть, она так завернута. Вот, в общем, села, смотрю, реально, что-то не то. Мама, там что-то такое внутри. Ну там, дочь, ничего там нет, не переживай. Короче, я просто играю уже. Ой-ой-ой-ой. Попробуем эту розовую. Что там? Ну ничего там нету, зайчик. Да что такое? Это что, я такая, да? Косая. Давай я... Подожди. Я руки счастливые. Угу. Хорошо, дочь. Да, нормально буду. Ты косая, надо да было чуть-чуть. Зачем? Она в стекло попадет. Ты что? Вот, видишь? А ты... Это я. Между нами молния. Синтетический разряд. Смотри, моя. Что это было? Потом пересмотрим. Это было... Пересмотрим, да? Пересмотрим. Это было просто великолепно. Друзья, вы согласны, что мы сегодня просто... Смотрите, бам-бам. Бам-бам-бам. Покажи. Бам-бам. Так, сегодня хоть автомат не мигает, не моргает, нормально снимать. А то до этого здесь снимать вообще не вариант. Мальчишки пришли играть. Все наше. Да, наше. Спасибо, автомат. Четвертое. Ну все, ребят, с вас, пожалуйста, лайк, лайкосик. Ребята, мы для вас очень стараемся. Да, очень. Я вот не переживаю. Вот мы ходили, снимали, ничего не выигрывали. Я прям переживала, думала, ну когда же я что-нибудь выиграю, чтобы вам скинуть. Чтобы вы порадовались и нас. Влад, у тебя падают игрушки, дочь? Так, привет я передала, не забыла. До этого забывала все передать привет. Ну что ты? Потом эти игрушки. Сейчас пойдем на улицу раздадим. Что там еще валяется? Ну эти, видать, тяжелые, да, их не вытащить. Видите, у нас где-то, я смотрю, кладут такие большие игрушки. Хорошие есть, кладут вот такие вот автоматы. Но у нас, видите, что-то как-то... Вот он подвигается. Я что-то подвинуться не может. Ну... Ну все, ребят, пока. Всем пока. Пока-пока. Влада пошла игрушку дарить.